фотографируешь? Да. Добрый вечер. А этого, там пофотографирую. Там красиво. А тут нет? Тут нет. А тут та... не обделали. А вот начиная вот... Ну... Якорный, Вузовки, за Вузовским сразу та сторона. Там красивее, там красиво, да? На столбах такие вазы стоят. Да. О! Спасибо. Вот там. Пойду туда. О-о-о. Спасибо большое. Привет, дорогие друзья! Сейчас мы с вами на площади Маяковского в Красноярске. Кто меня еще не знает, меня зовут Катя. Мне 62 года. Я с некоторых пор неработающая пенсионерка. Сегодня я вот вышла на площадь Маяковского, чтобы зайти в зоомагазин и купить своему рыжему котику корм проплановский гипоаллергенный, потому что у него аллергия на курицу. Мы были у ветврача. И ветврач сказал, что чаще всего аллергия на куриный белок. Поэтому нам было рекомендовано покупать корм без курицы, гипоаллергенный фирмы Проплан. Корм, конечно, дорогой, но поскольку у котика была очень сильная аллергия, и когда я начала ему давать этот гипоаллергенный корм, у него аллергия прекратилась. Сейчас пока он на этом корме. Ну, естественно, кошечка тоже кушает этот корм за компанию. Это временно. Потом надо будет думать, на какой корм переходить, чтобы аллергия вновь не начала мучить нашего рыжего котика. Надо будет подбирать корм. И мне рекомендуют другие корма. Сейчас предлагали Royal Canin гипоаллергенный корм. Вот я беру понемногу сухой корм, но пока не могу подобрать. Котик капризный. Это не нравится, это не нравится. Кошечка тоже. Но вот пока не такой корм потребляет пищу. Слезы текут от ветра. У нас сегодня не очень холодно, но все равно ветер такой свежий чувствуется. Потихоньку город украшают Новому году. И сегодня дедушка увидел, что я снимаю без всяких украшений какой-то кусочек города. Для него непонятно, что интересного я нашла на площади Маяковского. И он меня отправил дальше, в сторону торгового центра. Сейчас покажу, куда. Вот туда он меня направил, в сторону торгового. Сказал, что в переулке в Вузовском очень красивые вазоны и всякое такое. Это у нас цветочный киоск. Маленькая елочка. А я, кстати, вот эти вот всякие там вазоны, не вазоны. Что-то я не очень такое люблю. Ну, на вкус и цвет товарища нет.